Инспекторы по делам несовершеннолетних Голицынского отдела полиции провели собрание для родителей студентов Западно-Подмосковного института, где рассказали о дистанционном мошенничестве. Присутствующих проинформировали о наиболее распространенных видах и способах мошенничества и рассказали о случаях обмана граждан из правоохранительной практики. Полицейские обратили внимание родителей. Злоумышленник в телефонном разговоре может представляться именем сотрудников, в действительности работающего в местном отделении полиции. По мошеннической схеме они просят перевести определенную сумму, якобы для приманки и разоблачения преступника. Настоящие сотрудники силовых структур никогда не просят перевести денежные средства на сторонние счета или оформлять кредиты для оперативных мероприятий.